Здравствуйте, это новости на Дону, в студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Тяжелое, но стабильное. Минздрав оценил состояние пострадавших в ДТП с маршруткой Ростов-Миллерово и КамАЗом. Уголь для шахтеров Кинкоула пока гуманитарный, но скоро станет пайковым. Горняков должен уравнять новый закон. Огромная трещина вот-вот разорвет дамбу на Ростовском море. Разбираемся в обоснованности наполнившей СМИ информации. Перед врагом возведен электронный рубеж. Полигон Кадамовский принял конкурс войск радиоэлектронной борьбы. Мимоза отцветет слишком рано. К 8 марта девушки таких цветов могут не дождаться. Мишкино качество. Знак «Сделано на Дону» получили халва и казинаки аксайского предприятия. Патриотический мини-футбол. Ветераны спорта, чиновники, адвокаты и силовики посвятили турнир сразу трем военным праздникам. Победила полиция. Репетиция финала пока не в идеале. У хоккейного Ростова впервые в сезоне второе поражение подряд. Состояние пострадавших в ДТП на трассе с пассажирской маршруткой и КамАЗом в Минздраве сегодня оценивают как тяжелое, но стабильное. В ПСМП города Шахты сейчас 11 человек, двое в реанимации. Один из них в крайне тяжелом состоянии. В лечении некоторых пациентов врачи наблюдают положительную динамику. В течение дня будет решено, нужно ли отправлять пациентов в спецотделение других больниц. Состояние двух детей в реанимации областной детской клинической больницы по-прежнему стабильно тяжелое. А пациент детской больницы в Шахтах идет на поправку. Напомню, что днем во вторник пассажирский микроавтобус Ростов-Миллерово въехал в стоящий на левой полосе у отбойника КамАЗ дорожной службы. На месте погибло 6 человек, в том числе водитель маршрутки. Еще 100 тонн бесплатного угля получили бывшие работники банкрота Кинкоула по инициативе областного Минпрома и губернатора. Но каким считать этот уголь? Пайковым или гуманитарным? Возник вопрос на встрече с шахтерами. Некоторые горняки считают, что топливо идет от закрытой шахты. Но на самом деле это именно гуманитарная помощь. Шахтерам объяснили, таких вопросов следующей зимой не возникнет. Поможет новый закон. Но ведь это уголь был пайковой, а сейчас какой уголь пайковый? Приходит гуманитарный. Встреча с инициативной группой шахтеров Кинкоула свелась к вопросу распределения угля. Закрылось предприятие и не стало права на бесплатное топливо. Но горняков поддерживают гуманитарно. С 2015 года они получили больше 1000 тонн угля. И по инициативе губернатора Ростовской области и Министерства промышленности и энергетики обращается к угольным компаниям с тем, чтобы оказать помощь людям, бывшим работникам Кинкоула. В основном это пенсионеры, в основном малоимущие люди. Продолжается и погашение долгов компании банкрота. Идут частичные выплаты задержанных зарплаты и алиментов. Мне два года назад зарплату, как говорится, полностью выплатили. Вот. Ну, я уже, как говорится, тропинку пробил и постоянно вот хожу уже ради людей. Вот. Уже многое добились. В Москве был. По пайковому углю у собственника шахты тоже есть долги, а все, что привозят бывшим горнякам сейчас – гуманитарная помощь. А вообще работники разорившейся частной шахты не имеют права на пайковый уголь после увольнения. Льготы получают лишь те, кто работал на государство, но шахтеров уравняет новый закон. Это очень хороший закон, поэтому часть вопросов по обеспечению тех же работников Кинкоул с 1 января следующего года у нас просто отпадет. Люди будут получать пайковый уголь. Заслуженно. Заслуженный ими заработанный пайковый уголь. По новому закону льготниками станут шахтеры, которые отработали 10 лет на государственном угольном предприятии, а пенсионного возраста достигли уже после его банкротства или приватизации. Анна Туполева, Анастасия Кованцева, Сергей Вишняков, Дон-24, Гуково. Огромная трещина разрушает дамбу на Ростовском море. Длина 2 метра, глубина 8 сантиметров. Не сегодня-завтра лопнет и затопит 400 домов. Такая информация появилась на днях в СМИ и быстро обросла слухами. Местные жители, понятно, особенно напуганы. Но специалисты уверяют, безосновательно. Даже не в час пик движение по дамбе плотное. Дорога соединяет с Ростовом десятки садовых товариществ и жилой комплекс «Платовский». С недавнего времени она единственная. До декабря как переправа работала еще одна плотина. Но ее сделали на скорую руку десятилетия назад. Без проекта, укреплений, только голый грунт. Напора машин она не выдержала. Стала разрушаться и проезд закрыли. Теперь все едут через основную дамбу и местные строят догадки. Мол, трещина пошла именно из-за количества машин.
большая часть людей, которые едут с Зари, со стороны Щепкина, Октябрьского, Содружества, они все стоят здесь в пробках, хотя они могли объезжать и, ну, скажем так, и в утренний час-пик, и вечерний час-пик. Трещину, которой так вдруг испугались сейчас, водолазы заметили еще год назад во время очередного осмотра плотины. И не в самой дамбе, а в ее приямке, где проходит водоотвод. Размер действительно внушительный. Длина около 2 метра. Специалисты провели обследование, угрозы не нашли и разлом забетонировали. Вот здесь произошла трещинка. Вот она. Вот сегодня мы ее полностью затампонировали, заделали. То есть все чисто, ясно. И стоят контрольные маячки. Проверяют маячки ежемесячно. Последний акт мы получили 13 февраля текущего года, в котором четко написано, изменений никаких не намечается, все находится в нормальном рабочем состоянии. Дамбу на Ростовском море построили в 1971 году, темерничка обмелела, а земли нуждались в воде для орошения. Плотина решила эту проблему, а заодно и проблему досуга. Теперь люди отдыхали на новом пляже, строили на совесть, но все же исходили из возможностей и веса автомобилей тех времен. По словам спасателей, сооружение прочное, как взлетно-посадочная полоса. Может проехать даже самолет. Но сотни грузовиков со стройматериалами для нового жилого комплекса оказались дамбе не под силу. Именно тяжелые грузовики специалисты единодушно назвали причиной трещины в дамбе. Движение тяжелого транспорта запретили, но правила нарушают, ведь попасть на ту сторону можно только сделав большой крюк. Люди просят расширить и укрепить дамбу, но она еще с советских времен принадлежит Минсельхозу страны. И без его согласия перестроить не получится. Ведут переговоры о передаче дамбы донским ведомствам, тогда ее смогут расширить. А пока специалисты только контролируют состояние, обходят ежедневно. Дамба также оснащена системой оповещения датчиком контроля уровня воды. Имеются 3 режима. В случае наихудшего положения дел автоматически сработает система оповещения, будет доведен до населения текст информационного сообщения по их действиям в случае возникновения угрозы. Раз в год здесь проводят учения, как не допустить затопления, ближайшие 28 февраля. А к системе оповещения подключился даже местный священник. Предложил предупреждать людей тревожным звоном колоколов. Юлия Карасюк, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Электронный рубеж возведен на Кадамовском полигоне. И вышли на него лучшие экипажи войск радиоэлектронной борьбы ЮВО. В конкурсных боях специалисты РЭП подавили источники радиоэлектронного излучения противника, отбились от диверсантов и прошли по зараженной местности. Во время разведки на экипаж станции помех нападают диверсанты. Противник мешает бойцам вычислить свое местоположение, перехватить и подавить радиосигнал. Специалисты радиоэлектронной борьбы, сокращенно РЭП, с диверсантами справляются и продолжают идти по заданному маршруту. Работая в паре, станции помех обнаруживают врага в радиусе 20 километров. Но главная задача подразделений РЭП – провести бесконтактный бой, сбить противника с толку, замаскировав свою информацию и помешать врагу управлять своими войсками. Выглядит полный комплект защитного костюма УЗК. Передвигаться в зараженной зоне в нем надо быстро. Это хоть и неудобно, но поможет сохранить жизнь. В таком костюме боец может без опасений за свое здоровье находиться в зараженной местности целый день. УЗК состоит из противогаза, защитного плаща, чулок и перчаток. И надеть все это солдат должен по нормативу за 6 минут. Но разведка тем временем идет и на земле, и в небе. «Волга-2, я центр, прием». «Волга-2, на приеме». В этом пункте управления нет, не играют в компьютерные игры, а отслеживают позиции врага. Данные с беспилотника и комплекса разведки «Ирония» воспринимаются совершенно без иронии и позволяют определиться, чем и как поразить врага. «Мне уже координаты цели полностью приходят, которые я наношу на карту, определяю, какой вид вооружения будет наносить по данной цели огонь и отдаю цели указания уже непосредственно. Либо это будет снайперская пара, либо будет минометная артиллерия, минометная батарея, либо АГС. Также в конкурсе «Электронный рубеж» бойцы РЭП должны показать умение читать топографические карты и отработать нормативы по специальной и технической подготовке. Весь конкурс он состоит из выполнения нормативов. На каждом этапе, соответственно, происходит
отработка нормативов согласно временных показателей. Потом из этих общих нормативов подводится итог, протокол соревнования, где определяется самый лучший экипаж по итогам набранных баллов. Лучший экипаж будет участвовать в окружных и армейских соревнованиях. По итогам конкурса первое место занял экипаж станции «Помех» сержант Белоусов. Екатерина Лободина, Николай Андреянов, Дон 24, Октябрьский район. Смотрите далее в выпуске. Мимоза отцветет слишком рано. К 8 марта девушки таких цветов могут не дождаться. Мишкино качество. Знак «Сделано на Дону» получили халва и казинаки аксайского предприятия. Патриотический мини-футбол. Ветераны спорта, чиновники, адвокаты и силовики посвятили турнир сразу трем военным праздникам. Победила полиция. Репетиция финала пока не в идеале. У хоккейного Ростова впервые в сезоне второе поражение подряд. С розами, тюльпанами, но без мимозы могут остаться донские девушки и женщины в Международный женский день. Есть опасения, что желтые веточки на рынках и в магазинах к празднику отыскать будет сложно. Что случилось с таким нередким, казалось бы, цветком? Разбиралась наша съемочная группа. Мимоза пахнет Ниццей и теплом, писала Анна Ахматова. Не знаю, как Ниццей, но теплом точно в рейтинге самых весенних цветов. Эта веточка, пожалуй, на первом месте. Но на 8 марта жительницы Дона могут мимозу не дождаться. Говорят, она отцветет раньше времени. Информагентства сообщают, в Абхазии, главном поставщике мимозы, не бывало теплый февраль. Высокие градусы спровоцировали раннее цветение многих растений, в том числе нашей героини. Ведомые слухами отправляемся на рынок. Уж тут должны знать правду. В цветочных лавках ароматные веточки находим, но продавцы подтверждают, в этом году сезон мимозы стартовал слишком рано и уже заканчивается. Очень красивая, пахучая. Вот можно с тюльпанчиками собрать. Очень красивый весенний букетик будет. Да. Хотите как бы сделать, хотелось, да? На 8 марта такой получить. Мимозы много в этом году? Нет, честно, вот на 8 марта будет ее очень мало, поэтому... Берите сейчас. И сейчас берут. Распродаются желтые букеты на ура. Но, по правде говоря, это вовсе не мимоза, а акация серебристая. Настоящая мимоза растет в Южной Америке и выглядит иначе. Когда и почему произошла путаница, неизвестно. Но тропический псевдоним акации прижился. В моем детстве она как бы появилась первая. Еще цветов не было. Сейчас много. А тогда не было цветов. И вот была только мимоза. И то вот не такая пушистая, как сейчас. Сейчас поэтому она очень дорога мне. Секрет популярности мимозы прост. И стоит недорого, и держится долго. Правда, в способах хранения есть нюансы. Мимоза очень хорошо это держится. Только в воду не надо ставить. Вот так вот в сухом виде, и будет пышненькая и хорошая. К 8 марта пышненькую и хорошую в наш регион возят сотнями килограммов, делятся статистикой в Россельхознадзоре. В Ростовскую область возится где-то около 1,5 тонн срезов растения мимоза. В основном мимоза возится из Абхазии и из южных регионов, но это Краснодарский край, где она цветет в феврале, в марте, поэтому... Сюда привозят уже расцветшие растения для поздравления наших прекрасных женщин. Однако в этом году поздравлять придется все же тюльпанами и розами. Сходятся во мнении цветочники. А мимоза к Международному женскому дню, скорее всего, отцветет. Виктория Щетинина, Тагир Фатахов, Дон 24, Ростов-на-Дону. Мишкино качество теперь подтверждено знаком «Сделано на Дону». Халва и казинаки этой компании получили сертификат сразу на 2 года. Так что дальше у нас вкусная картинка приготовления сладостей и ручная работа редкого специалиста. Одна из самых редких и штучных профессий на кондитерской фабрике – халвамес. Ею можно овладеть только на производстве. Работа эта ручная. Ни одна машина не вымесит правильно восточную сладость. Для начала карамель смешивают с пенообразующим веществом, затем все это взбивают с белковой массой. Оборудование не сможет обеспечить именно тот технологический процесс, чтобы получить именно слоисто-волокнистую структуру, чтобы та халва, которую мы будем кушать, она будет рассыпаться именно у нас во рту и таять во рту.
После магических манипуляций халвамеса масса отправляется в цех для оформления. Здесь формируется пласт и нарезается на брикеты. Здесь дисковая пила, которая делит непосредственно уже пласт на 10 частей и проходит охлаждение, стадию охлаждения, и проходит на гильотинную резку, где уже непосредственно режется на определенный вес. Кондитерская фабрика «Мишкина» прошла добровольную сертификацию сразу на несколько видов сладостей. Казинаки глазированные и неглазированные, халва глазированная и неглазированная в ассортименте. Свидетельство получено сразу на 2 года. На сегодняшний день знак уже является достаточно серьезным притяжением наших потребителей. Мы так вручим вам в торжественной обстановке, конечно. Хочу поздравить предприятие. По мнению экспертов, при проведении экспертизы, аудита, хочу отметить, что это предприятие его прошло с первого раза. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что не пришлось проводить никаких корректирующих мероприятий. Эта продукция представлена в 60 регионах страны. Компания постоянно развивается и вводит новые бренды. Под особым контролем выбор сырья. У нас действительно на всех этапах отборки происходит качественный подбор сырья. У нас действительно отменный продукт, который удостоен был награды, сделанной на Дону на 2 года. Но это не избавляет нас от постоянного контроля, проверки компании. Мы к этому готовы. А это уже цех по производству мягких конфет. Рецептура уникальна, разработана местными технологами и держится в секрете. Аналогов этой конфеты, я думаю, в России нет. И поэтому сейчас эта конфета самая востребованная у нас в России, я так считаю. Карамельная масса охлаждается и смешивается с наполнителями. Начинка – семена подсолнечника. На определенном этапе конвейера конфеты проходят через своеобразный металлодетектор. Потом еще раз перед упаковкой. И это лишь часть пищевой безопасности. Сергей Мирошниченко, Тагир Фатахов, Дон-24, Аксайский район. Адвокаты против областного правительства, ростовская администрация против полиции, а ветераны футбола против силовиков. И все это в борьбе за мяч на турнире по мини-футболу «Патриоты Дона». Его посвятили сразу 3 военным праздникам – освобождению Ростова, выводу войск из Афганистана и Дню защитников Отечества. Так что почетными гостями стали ветераны боевых действий и герои России. Один из тех, кому посвящен этот турнир, герой России Александр Красников. В 79-м он попал в Афганистан начальником разведки. Его разведрота минировала и разминировала тропы, выводила советских солдат на караваны. Вспоминает, как в Джалалабаде минировал участок и попал в бой. 8 часов держали удар в огненном кольце. Силы у них были намного больше, поэтому мы практически были в окружении. Не потерять своих людей, не потерять. Переживал не за то, что там это. Я знал, что мои не подведут. Мы выполним задачу, выйдем с этого окружения. За 2 года Александр Красников не потерял ни одного бойца. А звание Героя России получил в 2000-м уже в Чечне. За выполнение боевых задач, о которых разведчик сказать не может. Первая победа самой молодой команды. Молодой, конечно, не по возрасту, по футбольному опыту. Адвокаты 3 раза огорчили соперников военных, а пропустили лишь 1 мяч. Их самым ценным игроком оказался опытный голкипер Альберт Бдаян. Он в воротах с детства. Я тогда в воротах играл, сейчас защищаю, адвокатом работаю. И опять же в воротах стал, опять защищаю. Жизнь – вся защита. Закон футбола какой? В пас не играть, возможен перехват. Поэтому никому паса не давайте сопернику. Только своим давай. Боевой клич команды областного правительства адвокатам ничего хорошего не обещал. И в этот раз защита дала сбой. Проиграли 0-3. Обжалованию счет не подлежит. Несмотря на старую травму колена, капитан команды правительства, замминистра спорта Владимир Бабин, отыграл почти весь матч. Он футболист опытный и идейный. В 23 года главой поселка организовал свою команду в Песчанокопском районе. Турнир носит патриотический оттенок, тем не менее спортивный вот этот азарт никто не отменял, и все стараются показать свои лучшие качества на поле. И мы видим, как упорно вот проходят каждый матч, и тем более сейчас самое интересное будет уже скоро финальная пулька, где будут 3-4 сильнейших команды соберутся и уже покажут на настоящий уровень ветеранского спорта. Первая игра только начало, боремся дальше, молодцы, так держать, все, вперед.
И доборолись футболисты из правительства до финальной встречи, уступив первое место полицейским лишь в серии пенальти. А третьей стала команда ветеранов футбола. Елизавета Лосева, Олеся Слонько, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Репетиции самого вероятного финала первенства ВХЛ стал для Ростова последний тур перед плей-офф. Мы в таблице уверены первые, Мордовия вторая. Результат этих двух матчей для нас уже ничего не значит, разве что в качестве моральной уверенности. И вот она-то как раз получила удар. Начало матча получилось неприятным. Уже на 4-й минуте саранцы вскрыли нашу оборону продольным пасом и в упор расстреляли вратаря. Сравнять счет Ростову удалось за 5 минут 19 секунд до перерыва после удаления соперника. На реализацию большинства Леонову, Прохорову и Шевчуку хватило всего 13 секунд. Во втором периоде команды разыграли тот же сюжет, только наоборот. Сначала забили ростовчане, причем сразу из раздевалки. 44 секунды, и Блинов выстрелил от синей линии. А теперь поясним, зачем так точно указали время первого ростовского гола. За 5 минут 19 секунд до перерыва. Ведь второе саранское взятие ворот имеет ровно тот же хронометраж во втором периоде. И случилось оно также в большинстве. В третьем отрезке команды привычно обменялись ударами. Мордовия буквально затолкала свою третью шайбу, а через 4 минуты ростовчане воспользовались коньком соперника. И все же по 1-1 в каждом периоде не вышло. За полторы минуты до финальной сирены Мордовия вырвала победу, раскатав оборону до пустых ворот. На последних секундах наши хоккеисты играли вшестером против четверых, но безуспешно. Поражение 3-4 и возможность реванша в последнем матче регулярного чемпионата сегодня вечером. Мария Филинкова, Александр Шкурко, Дон-24, Саранск. Век назад Сальск назывался Марковым, и центральная улица носила имя белого генерала. А сегодня фигура одного из лидеров добровольческой армии Сергея Маркова возвышается на постаменте в самом сердце города. И это единственный в России памятник офицеру белого движения. Вот если присмотреться к сабле, которую сжимает генерал, создается впечатление, будто бы она как бы состоит из двух частей. Видна скрепа. Естественно, это был монолит в оригинале. Но спустя пару месяцев после установки памятника в 2003-м Маркова сабли лишили. Пришлось мастерам композицию восстанавливать. И если в наше время покушаются на бронзовое оружие белого генерала, то 100 лет назад на кону была его жизнь. После боя за станцию Шаблеевскую летом 1918-го красные, отступая, сделали последний выстрел. Наводчик кормового орудия, фамилия... Его сохранилось, история сохранила, Королевский, и воспоминания его сохранились. Он выстрелил практически в никуда, без всякой наводки, просто в сторону белых, выпустив последний снаряд бронепоезда. И вот этим последним снарядом был смертельно ранен генерал-лейтенант Марков. Потомственный дворянин с блестящим военным образованием, прошедший русско-японскую и Первую мировую войны, собравший целый иконостас орденов императорской России, дают справку краеведы. Рыцарь, герой, патриот с горячим сердцем и мятежной душой. Это уже от генерала Деникина. Именем Маркова был назван офицерский полк, а затем блок цветных частей. О психических атаках марковцев ходят легенды. Бойцы не кланялись пулям, шли во весь рост, не стреляя на пулеметы. Офицерский полк имел такую форму, то есть она была введена ему в виде черных погон с белыми кантами, выпушками, просветами, которые означали траур по родине. То есть люди отстаивали как бы свое отечество от смерти. С генералом Марковым прощались на станции Торговой, так тогда назывался нынешний Сальск. После того, как Маркова отпели, белые учинили показательную казнь на Соборной площади, перед храмом, в присутствии всех жителей. И бабушка моя видела это своими глазами. А вот артиллеристов они отвели в сторону, таких набрало человек 15. И марковские офицеры на глазах у всех изрубили их шашками. Затем тело генерала перевезли в Новочеркасск, а станцию Торговую переименовали в Марков. Но это название продержалось только до 1920 года. Виктория Щетинина, Руслан Хамчеев, Дон-24, Сальск. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Дарья Шулик. До встречи.
Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио».